принципиально новые решения. Решение о создании банка, специализирующегося на работе с оборонно-промышленным комплексом и сопровождающего гособоронзаказ, свидетельствует, что развитие промышленности с фокусом на передовых технологиях стало для России одной из ключевых задач. Отрасли необходим систематизированный подход, такая работа теперь приоритетна и отвечает стратегическим государственным целям. Промсвязьбанк станет работать на оборонную промышленность. Через такой опорный банк будут проходить операции в военной сфере. Техническое перевооружение позитивно влияет на экономические показатели организации оборонно-промышленного комплекса, повышает их возможности по изготовлению серийных и перспективных образцов вооружения и техники. Уважаемые дамы и господа, приглашаем вас к участию в дискуссии «Экономическая эффективность оборонно-промышленных предприятий. Роль опорного банка в финансовой поддержке предприятий оборонно-промышленного комплекса». Модераторы дискуссии – Петр Михайлович Фродков и Федор Александрович Лукьянов. Добрый день, уважаемые гости, дорогие друзья. Очень приятно видеть полный зал, такой большой. И, конечно, масштаб нашего замысла производит сразу впечатление, потому что расстояние от ведущего до последнего выступающего примерно вот как на танковом биатлоне. То есть сразу видно, что замах у нас серьезный. И это неудивительно, потому что тема, которую мы сегодня собираемся обсудить, она не просто большая, но она и ключевая для нашей отрасли. Можно говорить много, наверное, если отталкиваться от названия, об экономической эффективности оборонно-промышленных предприятий. Это отдельная, очень важная тема, которая годами обсуждается. Но экономическая эффективность сама по себе – это одно, а применительно к конкретным условиям, которые складываются в конъюнктуре, и не экономической, а прежде всего политической, они, конечно, вносят очень серьезные нюансы, мягко говоря, в работу всей экономики, но в частности в работу оборонно-промышленного комплекса. И я надеюсь, что сегодня мы, совмещая некие общие вопросы с очень конкретными темами, связанными с работой Промсвязьбанка, попробуем затронуть вот наиболее важные аспекты этой темы. День сегодня у нас, естественно, не намеренно, а случайно, в каком-то смысле особенный, потому что как раз сегодня объявлено о том, что будут введены еще одни санкции американские против России, российской экономики. В общем, это становится уже нормой, как бы даже не очень. Во-первых, это неудивительно, во-вторых, люди перестают так уж дергаться, некоторые, другие наоборот. Как бы то ни было, мы живем совершенно в новую эпоху. И вот эта эпоха диктует свои законы для всех экономических субъектов, а в такой важной и при этом чувствительной сфере, как оборонно-промышленный комплекс, в особенности. У нас сегодня прекрасный набор выступающих, особенно в той первой части, которую доверено вести мне. Ну и не откладывая в долгий ящик, я хочу обратиться к человеку, который, наверное, лучше других понимает вот эту вот особенности новой ситуации. Алексей Владимирович Моисеев, замминистра финансов Российской Федерации. Алексей Владимирович, ну, мне вам рассказывать, в каких условиях сейчас работает Россия и российская экономика. Министерство финансов вот просто на острие находится. Если говорить о специфике сопровождения гособоронзаказа, о том, что Министерство финансов собирается делать, учитывая, что давление, наверное, будет только расти. Пожалуйста. Спасибо большое, Федор. Ну, действительно, мы находимся в несколько удивительной для нас ситуации, но находимся в ней уже 4 года и действительно уже как-то привыкли. Но знаете, как когда привыкаешь вот, находиться в нормальной ситуации, то что она, конечно, считается нормальной. Мы в течение всего предыдущего периода выстраивали экономику и финансовую сферу, которая была бы полностью интегрирована в международную экономику, да, финансовая сфера, которая была полностью интегрирована. Вы знаете, наши финансовые рынки как раз к моменту начала введения разного рода санкций были полностью интегрированы через подключение к международным
систем Евроклир там, и так далее и тому подобное. Все это не буду углубляться. И действительно, мы видели значительный приток инвестиций, и мы видели, что начали в том числе и оборонно-промышленные предприятия выходить на рынок капитала и привлекать в том числе для модернизации ресурсы, в которых и вкладывались в том числе иностранные инвесторы, и как все это хорошо развивалось, и было, в общем-то, как сейчас, во всяком случае, кажется, было вполне эффективно. Потом, как вы знаете, мы оказались в ситуации, когда некоторым банкам стали отключать карточки, совершенно неожиданно, да, потом некоторым другие банки стали отключать от, или там те же самые, от курсчетов и так далее и тому подобное. И при этом Россия, конечно, сейчас остается страной, которая является активным участником международной торговли. Мы продаем то, что мы производим и то, что производит сидящий в зале, мы продаем нефть и газ и так далее. Для этого, естественно, надо, чтобы финансовая система была могла коммуницировать хотя бы в части расчетов с международной финансовой системой. Но мы также поняли, что наша открытость может и фактически была использована против нас. Поэтому все действия, которые были направлены, проводились Министерством финансов, Центральным банком, другими экономическими и финансовыми ведомствами последние годы, они были направлены на то, чтобы там, где нужна открытость, она пускай будет. А там, где мы можем сами обойтись без международной инфраструктуры, давайте мы обойдемся без нее. Собственно говоря, такая логика. Да, это карточка МИР, которая у многих у вас, наверное, уже есть. Да, это система расчетов рублевой, которая сейчас действует в России независимо от SWIFT. Да, то есть уже, как раньше, всем известно, что даже региональные банки расчеты между собой проводили через посылок друг друга SWIFT-овок. Но для чего это было делать, не очень понятно. Сейчас вот этого уже почти не осталось. Ну и так далее и тому подобное. Вот здесь. Поэтому, конечно, мы и подошли к логическому завершению создания специализированного банка, Промсвязьбанка, который, собственно говоря, будет работать на то, чтобы проводить внутри себя подавляющее большинство расчетов, которые связаны с реализацией гособоронзаказа. Да, это банк, который является 100% государственным, соответственно, мало того, что является государственным, он не является публичным, то есть является ПАО, да, сейчас формально, да, вроде мы говорили с Петром Михайловичем, что мы будем от этой приставки избавляться, да, но это дело даже не в этом, а что и нет акций, которые торгуются на открытом рынке, соответственно, нет необходимости раскрывать там избыточную информацию неограниченному кругу лиц и так далее и тому подобное. То есть, понимаете, вот мы, знаете, сегодня утром с моим руководителем встречался один из ведущих международных инвесторов. Ну, понятно, что мы там продаем ОФЗ и другие облигации, и люди покупают, хотят знать, что мы будем делать. Ну вот, и речь зашла о санкциях, и он сказал такую вещь, что мы видим, что Россия, вообще-то говоря, стала сильнее из-за санкций, потому что она смогла предоставить санкциям адекватный ответ. Вот я считаю, что наш адекватный ответ – это выстраивание действительно независимой внутренней финансовой системы, которая никак не зависит от международной финансовой системы. И, конечно, в части вот реализации гособоронзаказа Промсвязьбанк в том формате, как он сейчас есть, я не хотел бы сказать создание Промсвязьбанка, потому что банку там больше 20 лет, но вот его реформатирование, да, в том виде, как он сейчас существует, конечно, это важнейший элемент. И здесь мы, безусловно, исходим из того, что банк должен и будет, и уже сейчас оказывает высочайший уровень сервиса по работе с предприятием гособоронзаказа, что все больше предприятий будут и главных исполнителей госконтракта будут переводиться в Промсвязьбанк. И Промсвязьбанк будет в том числе и кредитовать эти банки, ну и целый ряд других мер, которые направлены на то, чтобы нам делать все то же самое, ну, чтобы то, что кому-то не надо знать, ну пусть тот кто-то не знает. Ну вот так, если коротко. Спасибо. Ну вот сейчас очень часто говорят, штамп воспроизводится холодная война. И по некоторым параметрам, особенно если говорить о политической атмосфере, действительно мы можем найти ряд аналогий. Но в то же время, если говорить об экономике, то это, конечно, совершенно другая ситуация. Вообще тема, которую мы обсуждаем, эффективность оборонно-промышленного комплекса в ту настоящую холодную войну или не обсуждалась, или в совершенно другом контексте, потому что тогда, собственно, другие были приоритеты. А сейчас... И это, кстати, относится в первую очередь к Промсвязьбанку, но к любым экономическим субъектам в этой сфере. Никто не отменяет ту самую экономическую эффективность. Я хотел бы спросить Юрия Борисовича Слюсаря, президента Объединенной авиастроительной корпорации,
Вы что же находитесь в такой ситуации, когда, значит, что бы ни происходило вокруг, вы должны работать все-таки в рыночных условиях, и санкции, которые где-то накладываются, где-то не накладываются, они, в общем, служат некоторым оправданием, но в конечном итоге приходится действовать по ситуации. Пожалуйста. Спасибо большое, Федор. Ну, мы никогда санкции в качестве оправданий возможных текущих проблем с экономической эффективностью не приводили. Я надеюсь, что и не приведем в дальнейшем. При этом мы, конечно, остаемся и дальше будем оставаться акционерным обществом. У нас есть акционеры, в том числе миноритарии, с которыми мы работаем. И те показатели KPI, которые отражены, мы стараемся соблюдать. При этом я с вами согласен, наверное, в существующих реалиях понятие экономической эффективности должно быть актуализировано, какие-то новые заданные вешки в отношении предприятий ВПК. Все-таки мы находимся в несколько других реалиях, и они должны отражаться в той идеологии, в той, скажем, неких даже идеологемах такого верхнего уровня, которым мы должны руководствоваться. Ну, я так понимаю, что у нас дискуссия о повышении операционной эффективности, она в привязке все-таки к возможному переходу, начавшемуся уже госконтракта в Промсвязьбанк, да, и я бы вот здесь, если можно, так предметную область этим бы ограничил, и три момента в нашей части актуальных обрисовал, не знаю, насколько они уместны и могут быть использованы там, в других корпорациях, в других отраслях. Но в первую очередь, конечно, тема, которую мы сейчас активно прорабатываем с коллегами, с заказчиком, и я надеюсь, что у нас уже будут в этом смысле первые результаты в самом ближайшем будущем, это тема так называемых опережающих поставок. Причем с использованием не кредитной схемы, как ранее это было, на средства Минфина с погашением процентной ставки, с возвращением тела кредита через какой-то период, а вот именно на таких относительно рыночных условиях. Для нас эта задача совершенно понятна и очевидна. Там в стратегии у нас написано выход на 50% гражданки, также по всем ВПК это требует определенного времени, и наряду с увеличением в портфеле там, гражданских продуктов, транспортных продуктов, увеличение доли сервиса по послепродажному обслуживанию, тем не менее, конечно, сохранение на ближайшие годы загрузки наших предприятий, которые занимаются разработкой и производством самолетов стратегической, оперативно-тактической боевой авиации, ну, является абсолютным приоритетом. Здесь такой некий вин-вин получается, на наш взгляд, то есть мы поддерживаем загрузку на снизившемся на достаточно стабильном уровне по нашим предприятиям, Комсомольск, Новосибирск, ну, в общем, все предприятия, которые занимаются этой тематикой. Самолет у нас получается дешевле, чем прописано в ГПВ, просто за счет, так сказать, переноса срока поставки их раньше, у нас нет индекса, который наступает в последующие годы. ВКС в нашей ситуации производит ускоренное обновление штата парка, получает самолеты другого поколения, с другой стоимостью жизненного цикла, с другими боевыми возможностями. И в этой ситуации, конечно, мы очень сильно надеемся на, это такой трехсторонняя история, на участие Петра Михайловича банка, Промсвязьбанка, потому что, конечно, нам нужно будет привлекать кредитные средства под это. Модель нами разработана, она уже, так сказать, обсуждена, но в этой ситуации Промсвязьбанк должен стать нашим таким стратегическим надежным партнером, который обеспечит нас необходимыми ресурсами, которые мы, еще раз говорю, обязательно по рыночным законам запустим, но тем не менее, вот, нужно будет, конечно, рассчитывать на вашу помощь и поддержку. Это первое. Второе, то, о чем, Федор, вы упоминали, конечно, санкционная история. Я сейчас в силу специфики, может быть, какие-то конкретные ситуации и предложения вдаваться не буду. У нас все-таки там открытая дискуссия. Могу сказать, что, конечно, там, привыкнуть к санкциям нам вряд ли удастся, поскольку нас будут пытаться все-таки на этой сковородке там, поворачивать разными местами нашего тела. И нам всегда будем искать некие ограничения. У нас совершенно четко понятная позиция по военке. Мы процесс импортозамещения фактически завершили. И в этой ситуации у нас чувствительность к этим санкциям она минимальна, по крайней мере, на нашем уровне как финалистов. То, что касается гражданской продукции, мы очень надеемся, что не зайдет ситуация так далеко, что мы начнем. Все-таки у нас степень взаимозависимости достаточно высокая. Это и поставки титана, и поставки гражданских воздушных судов на территории Российской Федерации и на другие рынки. И с нашей стороны, конечно, у нас гражданской авиации, мы об этом говорим, что полностью импортозамещение произвести не нужно и по большому счету сделать, наверное, нельзя. И мы к этому не стремимся. Поэтому очень надеюсь, что дискуссия туда не переклеснется, хотя, конечно, в этой ситуации разные варианты развития событий прорабатываем. Что нам нужно, например, с участием банка? Это, конечно, все то, что касается финансовой сферы и возможности перевода большинства контрактов в рубли. Ну, в общем, еще раз, я там без каких-то конкретных деталей, но здесь нам нужно четкие, понятные. У нас есть ряд идей и соображений, которые мы с коллегами уже начали делиться.
Я очень надеюсь, что теперь с изменением вашего статуса в этом качестве мы получим еще более профессиональную и надежную работу. Ну и третье, тоже актуальное для нас вот на настоящем периоде, это попытка изменить экономические основы деятельности ГОЗа, в том числе реализуется это в позитивной манере вместе с заказчиком на площадке правительства через работу, которую новый вице-премьер Иванович поручил на базе военно-промышленной комиссии осуществлять. Это и актуализация знаменитого 200-го приказа Минпрома, который крайний раз актуализировался, не ошибаюсь, в 2006 году. За 12 лет, конечно, значительным образом экономические реалии поменялись. Это приказ, который обрисует правила игры и правила ценообразования между предприятиями военно-промышленного комплекса и заказчиком, они за это время, к сожалению, изменениям так серьезно не подвергались. Поэтому сейчас приказ подготовлен, там нашли отражение большинство наших предложений и наших проблем, которые мы раньше испытывали. В целом работа по совершенству законодательства ГОЗа идет. Для нас еще раз должно привести к более экономически обоснованному деятельности нашей по гособоронзаказу. Все-таки, возвращаясь к началу своего выступления, мы продолжаем остаться акционерным обществом, и деятельность даже по поставке в родное Министерство обороны должна носить экономически обоснованный характер. Поэтому я бы очень хотел пожелать в новом качестве коллегам из Промсвязьбанка успехов, выразить со своей стороны, дать обещание, что мы всегда в этой ситуации все то, что нам было наработано до этого с вами, с командой банка, мы, конечно, сохраним, но и, конечно, это некое новое качество, новый статус, который должен открыть перед нами с вами вместе новые перспективы. Спасибо большое. Спасибо, Юрий Борисович. У меня к вам, если можно, один дополнительный вопрос, на самом деле из любопытства скорее. Вот когда вы анализируете практику ограничений, которые вводятся, как вы оцениваете, какова пропорция, скажем так, политических, военно-политических мотивов и чисто рыночных, то есть ограничения конкуренции, там, недопущение вас на какие-то внешние рынки? Вы вообще стараетесь понять, вот, где, чем это мотивируется? Или на самом деле для вас это не так принципиально? Да, мне сложно, конечно, в этой ситуации выступить в качестве эксперта по психологии конгрессменов. Это не психология, это на самом деле очень практическая вещь, по-моему, с рынками-то. Ну, вы знаете, я вот когда публикуют их фотографии, я вижу, я смотрю даже на... Все-таки там вопросы из области психологии тоже, мне кажется. Но, тем не менее, я думаю, что разные пакеты к разным... Что касается, допустим, я глубоко в этом убежден, ограничения, которые накладываются на продвижение продукции военного назначения, и все те тяготы и лишения, с которыми сейчас сталкивается Рособоронэкспорт, ну и мы, собственно, да, как бенефициары этого процесса, они как государственный посредник продвигают нашу технику. Но у меня нет других вариантов. Конечно, это в чистом виде борьба за рынок. Потому что нас не пускают, пытаются не пустить в те страны, которые в этой ситуации не участвуют в каких-то локальных конфликтах, которые не представляют никому угрозу. Вооружение, которое мы туда поставляем, служит укреплению обороны и безопасности этих государств. И в этой ситуации это не что иное, еще попытка нас выдавить с этих рынков или на эти рынки не пустить. То, что касается каких-то других санкций, наверное, это смесь больше политики и экономики. Хотя, наверное, протестантская англосаксонская модель она все-таки базируется на высокой степени рационализма и практичности. Я думаю, что, ну, наверное, все-таки экономики там больше, чем политики. Мы, может быть, в этой ситуации вели бы себя несколько иначе. Спасибо. К нам присоединился Сергей Львович Рахманов из Объединенной судостроительной корпорации. Ну, мы тут до вас обсуждали, так сказать, специфику работы в условиях, с одной стороны, холодной войны политической, а с другой стороны, все-таки рыночной экономики. Пожалуйста. Ну, вы знаете, на самом деле это действительно один из ключевых вопросов, и скорее даже холодная война здесь ни при чем. Я считаю, что вопрос только в одном. Вот вообще компании с госучастием – это бизнес или нет? Вот если мы ответим себе правильно на этот вопрос, то дальше нам будет очень легко транслировать все остальные нюансы, которые касаются нашего дела. Потому что если, например, мы смотрим на действия экономического блока правительства, то он нас ориентирует на что? Капитализация, энергобюджет, эффективность. Ну и так далее и тому подобное. Да? Значит, если посмотреть на так сказать, другие блоки правительства, которые говорят, значит, вот так стоять, так строиться, так идти, так шагать и вот, соответственно, сказать, дойти вне зависимости от финансово-экономического результата. То есть, мне кажется, что здесь вопрос, который мы должны просто сами для себя внутри решить,
о том, как же это вот, вот это все то, что мы делаем, укладывается в общую канву деятельности предприятий, которые, во-первых, работают с закрытыми данными, которые работают с закрытыми источниками, которые работают с сверх, там, совершенно секретной информацией и так дальше. Вот, нам всегда казалось, что все то, что делаем мы, то, что делает Юрий Борисович, мои коллеги, это все-таки бизнес. Потому что если все это дело превращать в казенные предприятия, то, в общем, мы там, менеджеры и все наши команды, по большому счету, не нужны. То есть там есть человек, который определит и скажет, поставит главную задачу, и все, и полный вперед. Вот. А при этом я бы хотел остановиться, подготовили небольшую презентацию на некоторых элементах, ну просто рассказать о том, что мы делаем с точки зрения эффективности, если это уместно и есть время. Ну вот, посмотрев на все то, что происходит в мире, мы для себя поставили задачи в рамках, по сути, двух нормативных документов. Один – это техническая политика, и второй – политика IT. Здесь вы, как видите, на самом деле ничего нового, скорее всего, не обнаружите. Это дигитализация или цифровизация, как мы ее приняли, как ее принято у нас называть. Это вопросы, которые связаны с детальным планированием производственных процессов и, собственно говоря, возможностью реального учета планов, которые в дальнейшем, так сказать, отражаются на результатах нашей работы. Причем одна из наших, пожалуй, главных задач состоит в том, что мы пытаемся все-таки уйти от судостроительных допусков к машиностроительным. То есть отсюда появляются возможности для судометрики, все эти лазерные системы размерного контроля, значит, неразрушающие системы контроля за созданными нами, так сказать, изделиями, их элементами, блоками, секциями, там, так сказать, и так дальше. Ну, представьте себе, еще 2 года назад Севмаш и Рубин обменивались между собой 2-мерными чертежами. Ну вот это просто, так сказать, индикация того, с чего мы начинали и куда мы пришли. На сегодняшний день есть и работает выделенный канал передачи закрытых данных, в котором мы совершенно спокойно имеем возможность обмениваться 3-мерными моделями и чертежами для того, чтобы как минимум экономить деньги в рамках отехноложивания, скажем, тех решений, которые предложены были проектантами. Производственная система и бережливое производство вообще для нас стало приоритетом номер один. На сегодняшний день это работает на каждом предприятии ОСК в разной степени продвинутости. Причем мне очень нравится, что даже молодые директора, которые приходят на смену нашим старожилам, начинают как-то, сказать, вовлекаться в эту историю. Я в данном случае имею в виду наше старейшее судоремонтное предприятие «Звездочка», где вновь назначенный директор, кстати, хорошо воспитанный Севмашем, действительно как-то, сказать, получает кайф от того, что он ходит, и вот то, что в элементарных директорских проверках превращается в какие-то замечания начальникам цехов, в итоге в рамках этого подхода бережливого производства превращается в реальные поручения и, возможно, даже инвестиционные проекты. Это здорово. Просто в качестве примера, вот у нас есть 4 компании, которые, и 2 проектных бюро и 3 компании, которые взялись реализовывать производственную систему за последние 2 года. И это вот все только маленькие совсем результаты. Значит, как вы видите, 42% сжатия производства, 60-40 дней сокращения времени разработки документации, 2,5 раза сокращения производственного цикла. Но это, причем, я вас уверяю, что это не конечные результаты, а это пилоты, сделанные на самых, пожалуй, сказать, ключевых участках производства на этих предприятиях. Конечно, в рамках производственной системы у нас есть главное правило. До тех пор, пока я здесь работаю, я буду заниматься производственной системой, и я буду работать на этом месте ровно до тех пор, пока я занимаюсь производственной системой. То есть это говорит о том, что, в общем, для нас это одно из ключевых характеристик большинства наших руководителей. Энергоэффективность. Ну, казалось бы, да, все знают известные аббревиатуры, АСКУЭ, выход на рынок и так далее, но почему-то вот, так сказать, на нашей практике нам очень медленно пришлось, так сказать, раскачиваться и приходить к осознанию того, сколько мы можем сэкономить не только на замене светодиодной лампы, сколько, собственно говоря, организационными мероприятиями и иными подходами. В общем, задача, которую мы ставим перед собой, сокращение энергопотребления на 10% к 2020 году. Я вас уверяю, что мы это сделаем, поскольку все пилотные проекты на сегодняшний день показывают еще и больший результат.
Новые технологии. Мы посмотрели на аддитивные технологии и решили, что вместе с нашими партнерами, Корабелка и Ленинградский политехнический институт, мы, в общем, способны замахнуться на Вильяма нашего Шекспира. И решили, что нашим таким вот Шекспиром станет выращенный винт для гражданской, например, для гражданских судов. Подходы, которые мы имеем с помощью выращивания этих изделий из высокопрочных металлов и титана, говорят о том, что мы, в общем, сможем получить производственные изделия, наверное, месяц через 4-5, к тому моменту, когда на звездочке будет завершен монтаж крупногабаритных изделий, которые позволят заниматься аддитивными технологиями, такими крупноразмерными, в диаметре до 6 метров. Ну, собственно, тут такие наши идеи насчет просто сокращения издержек. Обращу внимание, что там некоторые тестовые изделия нам показали экономию от 35 до 80% по материалу и до 45% по трудоемкости в нормчасах. Ну вот немножко характеристика того, что мы делаем. Ну а в целом, еще раз повторюсь, что дорогу осилит идущий. И, наверное, обратил бы внимание только еще на один фактор, который для нас важен с точки зрения эффективности. Это все-таки законотворчество в части закупок. 223-й, 44-й ФЗ, к великому сожалению, не стимулирует сокращение издержек, а приводит к их наращиванию, приводит к отставанию в сроках сдачи головных кораблей и судов, потому что приведу вам только один пример. Из тех ледоколов атомных, которые мы строим на Балтзаводе, от первоначального перечня поставщиков осталось всего 25%, что говорит о том, что нам пришлось два раза проектировать этот ледокол, что заняло, собственно говоря, те самые искомые полтора года. С этой точки зрения мы подготовили некий такой свод правил о том, каким образом мы действуем в такого рода тонких ситуациях, и определили, что это может нам, в общем, сказать, решить все проблемы, связанные как с задержками, так и с увеличением бюджета. Хотя вот сегодня у нас был круглый стол по судостроению, и эксперты, которых мы пригласили, сказали, ну вообще это все от лукавого, вся эта критика о том, как вы там судостроение плохо строите и дорого строите, подняли американскую статистику, в среднем в два раза увеличение любого стартового бюджета головных судов и увеличение по срокам сдачи плюс 2,5-3 года. Вот, поэтому наши полтора в этом смысле средние кажутся просто детским садом. Спасибо, я на этом, наверное, пока остановлюсь. Спасибо большое, Алексей Львович. А немножко к нашей теме, а к банковскому сектору у вас какие-нибудь пожелания есть специальные? Конечно, у нас есть только одно пожелание. Мы, я думаю, что будем об этом говорить с вновь назначенным заместителем министра обороны. Нам бы очень хотелось, чтобы все-таки мы ушли от многообразия счетов, которые открываются, к единому счету, сохраняющимися идентификаторами, которые нам позволят реально организовать и реализовать работу нашего казначейства, это раз. И, собственно говоря, нам не придется лишний раз ходить за кредитами, которые мы берем по рыночным ставкам для закрытия тех или иных кассовых разрывов, это раз. Второе, скорее всего, это пожелание не столько к банковскому сектору, не столько, Петр Михайлович, со всем уважением к вам, а сколько к Центральному банку. Ну, надо все-таки, как-то сказать, вернуться к разговору о теме, о том, что такое ключевая ставка, которая реально будет стимулировать развитие предприятий, которые занимаются в нашей специфике работой в таком трудном сегменте, как военная техника. Спасибо. Большое. Ну, то есть, Алексей Львович затронул тему, так сказать, инновационного развития и такого технологического прорывов. Я хотел бы спросить еще одного нашего замечательного выступающего, первый заместитель генерального директора корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Дмитрий Владимирович Смирнов. Вот у вас, насколько я знаю, в компании есть программа инновационного развития до 2020 года, но, вероятно, будет дальше. В условиях, когда одна из основных задач наших конкурентов на мировой арене как раз в этом и заключается, чтобы не допустить возможности инновационного развития России и отдельных отраслей. Как вам удается это решать? И удается ли? Спасибо большое за приглашение, значит, и за вопрос. Да, действительно, у нас на корпорации существует программа инновационного развития. Сегодня мы пересматриваем ее вплоть до 2035 года, у нас на длительный период.
Отвечая на ваш вопрос, как нам это удается, значит, сегодня мы фактически используем технологии, которые, ну, скажем так, изначально с нашего предприятия мы готовим в КБ своих специалистов, и эти специалисты мы растим с самого начала их практически от школы, института, к нам они приходят в КБ, и тем самым мы создаем тот научно-технический задел, который потом используем в достижении наших результатов. Вот, касаясь же дискуссии, которые сегодня мы обсуждаем по поводу эффективности по работе с банками, я бы хотел тоже вот отметить то, что Алексей Львович сказал. Это работа, которую мы сейчас ведем с Минпромторгом по, скажем так, по упрощению той системы расчетов по гособоронзаказу, которая действует на сегодняшний день. Да, мы хотим также объединить по, значит, введение по одному счету, чтобы можно было и остатки использовать с одного контракта на другой контракт, и не использовать те кредиты, которые мы могли бы, ну, в смысле, не брать те кредиты, которые мы берем в настоящий момент. Вот. Наверное, все. Спасибо. Ну, а все-таки чуть-чуть вот в уточнение, вот это вот условие давления-то внешнего, оно конкретно инновационное направление значительно затрудняет или как? Сейчас тогда. Ну, понятно, что трудности есть, но, как говорится, дорогу идет осилить идущий, поэтому работаем в этом направлении. Ну, в общем, вы идете. Понятно. Алексей Львович, вы хотели? Вы знаете, я могу вам привести пример, наверное, трехлетний или четырехлетний назад встречи с представителями иранского центра по развитию технологий, которые мне прямым текстом сказали, если бы не было санкций, мы бы никогда нашу версию этого медицинского робота Да Винчи в Иране не сделали. Это один взгляд на проблему. Второй взгляд на проблему. Ведь откуда появилось такое количество импортной техники? Да, ну, потому что было определенное нетерпение, и хотелось всем модернизационную работу сделать сейчас и немедленно. И, конечно, в этом смысле работает правило Лодыря, когда мы берем с полки все то, что есть уже готовое, хорошее, лучшее. И это естественно, на самом деле. Ну, хорошо, но нет больше на полке хорошего, лучшего. Что нужно делать? Нужно просто собрать силы, то, как сделал Минпромторг, сформировал программу. И теперь задача наша просто добиться результата, сложив вот такой вот микро-межотраслевой баланс, который бы позволил сконцентрировать и с учетом экономической целесообразности, я имею в виду объем производства, который дает экономический эффект и дает ценник на то или иное изделие нужный, собственно говоря, дальше получить этот продукт. Все остальное в рамках импортозамещения превращается в то, что мы делаем продукцию, которая хуже, чем то, что было, и раза в полтора дороже. То есть это, конечно, не тот путь, к которому нужно идти. Но учет всех взаимосвязей дает нам, собственно говоря, искомые результаты. Я абсолютно уверен, что те усилия, которые сейчас Минпром предпринимает, закончатся его успешно. Ну и тогда уж тоже догонку вопрос Алексею Владимировичу Моисееву. Если обобщить, вот мы говорим о том, что понятно, что санкции, история очень сложная, есть позитив, есть негатив, но если говорить о том, что было в нашей финансовой системе, скажем, 7 лет назад, до вот этой вот мощной волны, и сегодня, вы удовлетворены динамикой того, как эта система крепнет и приспосабливается к этим условиям, учитывая, что, наверное, дальше будет хуже? Ну, ответ – да. Такой твердо уверенный – да. Более того, мы видим подтверждение этому, да, из целого ряда внешних источников, таких как Международное рейтинговое агентство, которое об этом постоянно пишет, или другие такого рода международные оценщики, которые уж явно не заинтересованы нас хвалить просто потому, что мы им нравимся. То есть мы им, вероятно, не очень нравимся, но тем не менее они отмечают в этом смысле наш успех. Конечно, проблема доступности финансовых ресурсов, которая отмечалась, она, конечно, есть и остается. Но, знаете, это примерно то же самое, как в примере, который только что приводился по поводу IT. Да. Вот вы можете там взять и там быстро напечатать деньги. Но и потом будет, например, то же самое, как с полной импортозависимостью. Вот, ну, то же самое, да, пример такой же, по сути.
Вот турки примерно так сделали, и сейчас у турок сами знаете, что происходит. Вот. Мы вот идем к этому пути медленно, в соответствии с планом. И, конечно, я уверен, что финансовая доступность будет повышаться. Действительно, у нас произошло практически полное импортозамещение международных финансовых ресурсов для там, подавляющей части экономики. И если 10, ну или даже точнее, может быть, 11-12 лет назад, у нас почти 100% привлекаемых финансовых ресурсов, они так или иначе были, источником их так или иначе был приток по счету капитала, то есть это иностранные были финансовые ресурсы, даже если брали кредит у российского банка, все равно, скорее всего, российский банк привлекался и свою ликвидность поднимал за пределы России в виде либо размещения, либо акций, либо облигаций. Ну, так или иначе, привлекался. И то сейчас этого нет практически вообще. У нас нет почти нигде, ни в каком секторе экономики нет вот такого чистого привлечения средств из-за границы. Тем не менее, экономика не остановилась, экономика живет, ставки сейчас даже ниже, чем они были тогда. Доступность в среднем как минимум не снизилась, а для там, ряда секторов, даже, мне кажется, повысилась. Поэтому, конечно, можем говорить о том, что мы, безусловно, ну, я бы даже сказал, удивлены, как там, качественно и профессионально прошло. Да, конечно, ставки в абсолютном масштабе и масштабе по отношению к инфляции, особенно с учетом резкого падения инфляции, что само по себе, безусловно, очень хорошо, остаются высокими. Это феномен, описанный в учебнике, когда вы, и здесь мы, к сожалению, не исключение, когда вы долго живете в условиях высокой инфляции, потом она падает, то, к сожалению, вы должны некоторое время пожить при условиях высоких реальных ставок. Но проблема понятна, особенно, конечно, для таких организаций, как ОСК, когда это длительные циклы, это дорогие кредитные ресурсы. И таких, там, таких-то, в общем-то, предприятий у нас в стране довольно много, не только судостроители, но и там, многие другие. Мы, в общем, с этим сталкиваемся постоянно, но здесь пути два. Путь номер один – это разного рода программы, которые государство имеет по субсидированию, в том числе процентных ставок. Путь номер одно – это такой вот путь заплаток, путь такой действительно более устойчивый. Это путь, ну, как набраться терпения, подождать, пока ставки снизятся, они снизятся. Вот близкий, наиболее близкий мне пример – это ипотека. Посмотрите, как рухнули ставки по ипотеке за последние несколько лет. Действительно рухнули. И действительно мы видим, что ипотека стала доступна. Но вот про это немножко… Это длинный кредит, это 20-30 лет кредиты. Я уверен, что пройдет некоторое время, и, конечно, здесь… И, конечно, мы видим значительное снижение ставок, повышение доступности рыночного финансирования для предприятий. Здесь, конечно, много зависит от самих предприятий. Надо, конечно, заниматься не только технологическим повышением эффективности, но еще и повышением финансовой эффективности. Предложение, которое звучало по поводу объединения ликвидности, оно, ну, требует проработки, естественно, да, потому что здесь не только позиция Минфина, и даже Минфин не только моя лично, но с моей точки зрения, как финансиста, это правильная позиция. Конечно, ликвидность эффективно может использоваться только тогда, когда она консолидирована. И, собственно говоря, даже было несколько лет назад, уже, по-моему, лет 5 назад, нет, 4 года назад, поручение президента, которое требовало создания единых казначейств предприятий, и которое в большинстве предприятий было реализовано. То есть это то, к чему идем, и, собственно, то, к чему идет Министерство финансов. Вы знаете, что все больше и больше ликвидности консолидируется в рамках федерального казначейства. Поэтому это позволит повысить экономическую эффективность, финансовую эффективность. Но есть и другие вещи. Надо получать рейтинги. Сейчас, вы знаете, созданы и функционируют два российских рейтинговых агентства, которые вполне успешно функционируют, и это не недоступно и не слишком дорого, как это было раньше, когда надо было международные получать рейтинги. Ну и так далее и тому подобное. Это, конечно, позволит банкам, особенно в рамках имплементации новых требований банковского надзора, там более, как это сказать, быть более настроенным на выдачу представления более длинного финансирования и более, на более на по более низким ставкам. Кроме того, есть другая инфраструктура. И вы знаете, сейчас был принят, подписан президентом недавно закон, связанный с созданием специальных административных районов. Все знают об этих вот специальных наших офшорах там для репатриации собственности по частным компаниям на острове Октябрьский и на острове Русский. Но там в этом законе другие вещи тоже есть. И сейчас мы уже начали создавать финансовую инфраструктуру, которая будет доступна для тех, кто сейчас не может привлекать финансирование, в том числе и за санкции. Такая инфраструктура будет создаваться, я детали, к сожалению, не могу сейчас раскрывать, но будет некая дополнительная инфраструктура, которая позволит таким людям выходить на рынок, привлекать средства, размещать облигации и акции. И это ровно то, что вот этот закон о
так называемый закон о САРах, да, о специальных административных районах, прямо приписывает правительство сделать совместно с Центральным банком. Поэтому я думаю, что, конечно, тяжело, я понимаю прекрасно это, но ситуация улучшается, и я думаю, что она продолжит улучшаться. Спасибо большое. Ну, у нас мероприятие сегодня состоит условно из двух частей. Одна более общая, другая более прикладная, поэтому мы скоро уступим место немножко другим людям. Но перед этим я хотел в завершение вот этой общей части попросить Петра Михайловича как-то суммировать то, что мы услышали, прежде чем мы перейдем к более практическим вопросам. Пожалуйста. Спасибо большое, Федор, уважаемые коллеги. Здравствуйте. Это даже, может, не попытка суммировать, это, может быть, так задать тезис на тон уже дискуссии, наверное, второй части, которая сегодня предстоит, потому что тема, скажем так, новой задачи Промсвязьбанка уже известна давно, но при этом, конечно, я вижу и чувствую, что остается достаточно большое количество вопросов, непонимания, может быть, каких-то технических нюансов, которые... Но на самом деле объективно важны, я это прекрасно понимаю, потому что любое изменение, оно предполагает какие-то риски, в том числе риски операционные, и очень хочется все это сегодня спокойно обсудить. Поэтому во второй части большая просьба вот, к этому отнестись, потому что мои коллеги в достаточно таком конкретном ключе попытаются рассказать, как мы видим нашу работу, как мы видим банк в будущем, что банк из себя представляет уже сейчас, но не с точки зрения общих там, может, показателей, а с точки зрения наших процедур, чтобы вы, как представители предприятий оборонно-промышленного комплекса, ради которых банк, собственно, в первую очередь создается, чтобы мы показали по продуктовой части, по части наших каких-то основных стратегических, нашего стратегического видения, показали нашу готовность и, может быть, пытались ответить на ваши вопросы. Поэтому, коллеги, правда, просьба к этому отнестись, это правда должен быть конкретный разговор, но я понимаю, в более кулуарном режиме, чтобы, в общем, там какие-то детали тоже лишний раз не выходили за рамки такого нашего внутреннего обсуждения. Что же касается, наверное, нашего подхода, моего подхода в первую очередь, вот сегодня звучало, что Промсвязьбанк наделен новыми задачами, сейчас меняется, в том числе там частично измененное законодательство, 85-й закон по ГОЗу. Несомненно, подспудно встают вопросы, и мы на форуме это уже обсуждали конкретно с предприятиями отдельными. Встают вопросы кредитования, конечно, и обслуживания в целом банковского. Возникает, наверное, вопрос, который я хотел бы, наверное, так сформулировать. Это просто механическая, скажем так, консолидация или концентрация работы в рамках одного банка? Или это все-таки попытка создать какое-то новое качество? Вот моя задача, чтобы это было новое качество, конечно. Новое качество вообще сервиса, новое качество работы с предприятием ОПК. Сейчас ни в коем случае не подвергая там, какой-то критике или пересматривая в общем, те реалии, которые сейчас сложились. Но сейчас, мне кажется, сложилась ситуация, что банки, в том числе, которые задействованы в работе с предприятием ОПК, они именно работают с каждым конкретным предприятием, как со своим таким вот клиентом. Неважно, будь то клиент из ОПК, будь то клиент из сельского хозяйства, при всем уважении, опять-таки, стройки и так далее. Это клиент, который в соответствии с мандатом банка, с его целевыми ориентирами, является вот полноценным клиентом. И мне кажется, это немножко заужает взгляд в целом на всю картину. Мы же попытаемся выстроить работу, и те изменения, которые сейчас происходят, нам, наверное, позволят это сделать, все-таки работать не с клиентом, опять-таки, в итоге, конечно, с клиентом, но с отраслью. А работая с отраслью, конечно, намного проще и понятнее работать с тем же клиентом с точки зрения, ну, нескольких, как минимум, вводных. Мы, видя всю картинку, совсем по-другому можем оценивать риски. Мы их видим комплексно, мы их видим в какой-то динамике, если хотите. И, соответственно, это само по себе должно повысить эффективность нашей работы и улучшение условий работы с тем же в итоге клиентом. Мы видим всю цепочку, потому что, видя цепочку, можно применить лучшие наши механизмы и продукты
в разных направлениях, что в итоге работает на благо предприятия в целом. Будь то корпоративный сектор, будь то те же предприятия малого и среднего бизнеса, которые задействованы в той же цепочке операций, если хотите, предлагая им комплексные продукты, работа там также в розничном сегменте. Но мы это видим не как отдельное направление, просто вот это клиенту надо предложить. А мы понимаем, на что мы можем пойти в большей мере, что мы, может быть, делать не будем, но в любом случае как анализ некой уже такой общей картинки, которую мы должны и будем видеть. Поэтому вот это новое качество, которое хотелось бы привнести реально в работу, имею в виду разное. Это удобство по тому же ГОЗу, условия новые по кредитному сопровождению. Это уже те нюансы, которые, несомненно, они такие достаточно более детальные и конкретные. Тут не хочется сразу обещать, мы сделаем вот какой-то там, значит, там принципиально другой, вот сейчас вот завтра подход. Конечно, итерационно надо к этому двигаться, но вот задачу видим как создание нового качества с точки зрения сопровождения вот именно отрасли как целого. Ну и, конечно, вторая тема – это помощь, сопровождение партнеров, имея в виду вот задачи, которые сегодня звучали, которые не зависят уже от банка, но имея в виду эту аналитику, имея в виду общую картинку, работу с теми же органами исполнительной власти, то, что вот Алексей Львович озвучил, например, с Центральным банком, в части, в целом, позиционирования этой отрасли, как отрасли, по сути, самостоятельной. Потому что, опять-таки, ничем в этом смысле специализированные структуры, которые работают в отраслевом разрезе в других сегментах, не отличаются. А оборонно-промышленного комплекса такой структуры, как таковой, может быть, и не было. Поэтому, может, в какой-то части чуть-чуть элемент такого развития, в дополнение к нашей такой теме банка, который, конечно, в том числе тоже ориентирован на прибыль, тут вопросов быть никаких не должно, но чуть-чуть элемент развития такого отраслевого тоже хотелось бы, может быть, иметь в виду, а туда можно нанизать уже несколько тем, которые тоже можно обсуждать. Это прозвучавшая сегодня диверсификация, это вопросы больше эффективности, это вопрос снижения ставки, это вопросы, может быть, какого-то такого не просто сопровождения ГОЗа и кредитования как такового, а может быть, где-то замещение там, где есть возвратность, может быть, бюджета в части какого-то инновационно-технического, такого технологического, если хотите, развития. То есть такие элементы, которые, опять-таки, мне кажется, в комплексе могут создать какую-то картинку, которая всем может быть интересна. Поэтому, коллеги, приглашаю, как говорится, к разговору. Спасибо большое и благодарю вас за участие сегодня. Мне кажется, для форума «Армия России», я, честно скажу, первый раз здесь. Это, в общем, большое мероприятие. Но мне кажется, дискуссия подобная этой, она, в принципе, тоже на форуме, наверное, в таком формате первый раз. Мне так кажется. Я не знаю. Но вот хотелось бы тоже эту площадку, эту возможность, в общем, дальше иметь в виду и, в общем, диалог надо налаживать. Спасибо большое. Спасибо. Ну, в общем, из нашей короткой, но довольно насыщенной дискуссии я понял, что перед Промсвязьбанком стоят очень интересные, но крайне масштабные и сложные задачи. Это вообще соединить опыт богатый коммерческого банка, государственные задачи, связанные с оборонно-промышленным комплексом, ну, а может быть, и в дальнейшем, видя тенденции развития, это некие задачи, связанные вообще с появлением у нас Института развития оборонно-промышленного комплекса. Понятно, что это очень масштабная вещь, но, тем не менее, в тех условиях, о которых мы услышали, возможно, это необходимо. Спасибо большое участникам первой части. У нас частичная смена караула. Я уступаю место Дарье, которая будет вести вторую часть. Спасибо вам большое.